Все мы знаем, что 2020 год – это год 75-летия Победы, Великой Отечественной войны. Год очень значимый для всей России. И федеральная инициатива нашего президента принять закон о городах трудовой доблести. Напомню, что мы на территорию города Ульяновска, Ульяновской области уже принимали закон, который касается предприятий трудовой славы. Это было несколько лет назад, и у нас на территории только города Ульяновска, как пример, Ульяновский автомобильный завод начинал работать в суровые начала Великой Отечественной войны. У нас Володарка знаменитая, которая давала там третий или пятый патрон фронту, работала круглосуточно во время Великой Отечественной войны. Поэтому трудовые коллективы и сами предприятия, которые внесли в победу Великой Отечественной войны большой вклад, у нас есть. И у нас есть целые коллективы людей, которые, скажем так, ковали победу во время Великой Отечественной войны на территории города Ульяновска. Поэтому мы, безусловно, поддержим этот закон, мы, безусловно, проголосуем за его, соответственно, реализацию и сразу же параллельно начинаем готовить документы на федеральный уровень, чтобы город Ульяновск номинировать на вот это высокое звание «Город трудовой доблести». Потому что считаем, что наши ветераны, дети войны, достойны этого звания, работали круглые сутки и действительно внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.